Так, пане Іване, будь ласка, питання. У мене питання до пана Анатолія. От я слухав його розповідь зараз. Мені хочеться знати його думку. А що, хіба комік і шоумен не може бути просто порядною людиною, не може бути президентом? Обов'язково президентом мусить бути людина та, яка вариться в тій кухні, і от ви кажете нову порядну владу. Кого ви маєте на увазі? Нову порядну владу, а не цю владу. Чим вам не подобається ця влада? І скажіть, будь ласка, хто подобається вам взагалі? Дякуємо. Да. І якщо можна, коротко, бо ще... Да. Теперь я хочу сказати, що апріорі, якщо ви ще не поняли, що комік не може бути президентом, да? Так я вам поясняю, що якщо б це був професіональний чоловік, а не комік, да? Он бы не допустил того, что у нас в стране сейчас сложилась к концу года дыра в бюджете больше 100 миллиардов гривен. И сейчас полностью прекращено именно за полгода правление этого президента и кабина непрофессионалов, да? А в бюджете страны 100 миллиардов дыра. И из-за этой дыры, во-первых, прекращены практически финансирование всех государственных программ, и на грани стоит вопрос о выплате пенсий, зарплат бюджетникам, то есть врачам, медсестрам, учителям и пенсии пенсионерам. Дякую, почули вас. Это как минимум. Дякую. Я мог бы рассказать о последствиях. Давайте еще дамо другому гостю можливість. О том, что останавливаются металлургические комбинаты, и останавливается агропроизводство из-за того элитаристского подхода этой власти, которая не знает, что делать. Дякую, или умышленно это делать. Вот это результат избрания комиков. Хотите ви далі гибелі государства, його розчленення? Тоді голосуйте. Дякую. Ну, пане Юрію, от колись Вацлаву Гагалу, коли сказали, слухай, кого ти понабирав? Вони пацанва, вони ж не знають, в них освіти немає. Він сказав одну фразу, коли йому сказали, чому ти не береш старих професіоналів? Що краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Бо професіонал може тільки професійно красти. Ваша точка зору, от між точкою зору, скажімо, пана Анатолія, і в даній ситуації, як Гавел теж виступив як візаві. Я вважаю, Руслан, ваш примір Гавела не зовсім удачний. Чому? Тому що сравнювати то положення, в якому знаходиться сьогодні Україна, і то положення, коли Гавел став президентом країни, саму Чехію в тот період. Але коли скажіть, нафталін. Це різні речі. Нафталін, Юлія Володимирівна, Чехія була членом Євросоюзу, туди мільярди вкачувались, розумієте? То же самое, как и вкачивались они в Польшу. То же самое, как они вкачивались в другие государства. В ту же даже Прибалтику, чтобы она хотя бы на плаву держалась. Хотя оттуда миллионы опять же уехали. Так вот, почему все-таки, я отвечу на вопрос тоже нашего зрителя, да, который говорит, что ну разве президент не может быть просто порядным человеком? Поймите, друзья мои, просто хорошим парнем нельзя управлять государством. Государством нужно управлять профессионально. Так же, как, например, я как профессиональный моряк. Але мені здається, мораль – це основна вимога. Мораль моралью, я еще раз подчеркиваю. Человек, который умеет управлять кораблем, к примеру, да, как я, например. Я сдавал на самостоятельное управление кораблем. Разве я мог бы просто встать за штурвал боевого корабля и вести его в океан? Нет. До этого нужно сдать определенный минимум. То же самое, как мы, каждый, кто водит автомобиль, сдаем на права. Правильно, да? Это то же самое все. Возьмите Соединенные Штаты Америки, Европу, Францию, Великобританию. Почему в Великобритании не мог стать Бенни Хилл премьер-министром? Ну, потому что он артист, он комик, он не мог там стать им. Потому что в Соединенных Штатах, прежде чем стать президентом, проводятся в Штатах праймерис, предварительные выборы. То есть люди снизу выбирают тех, кто им угоден, кого они видят президентом. Понимаете, они кланы их назначают. Понятно, что там двухпартийная система, там совсем по-другому все. Я это все прекрасно понимаю. Но предварительные выборы в Штатах существуют. У нас же такого нет. У нас приходит господин Коломойский, к примеру, да, в Центральную избирательную комиссию, говорит, во, Зеленский будет, его 95-й квартал. Я все заплачу, проплачу. Все. Людям это нравится, люди аплодируют. Это ваши припущення, фактически. Безумовно, это мои припущення. Я не видел, господин Коломойский, там, кому платили или куда он ходил. Но ведь то, что, скажем так, бенефициаром господина Зеленского является господин Коломойский, это ясно как божий день. Дякую, почули вас.